Вот это проблема, вот это уже проблема, смотри. Вот это проблема уже. Да видно, скрытый так. Давай сюда! Возьми все. Thank you.
фигня, эти рекстоны, да? Залети туда, Дэн! Заедь туда наверх, я тебя сниму на видео. А? Ну да, налево. Что, Нива? Ты что, подкалываешь? А там дальше у нас ступеньки. Ничего, выезд нормально. Ну, рекстоны проехали два. Остальные висит. Давай, проскочи. Пустите Ниву! Ниву пустите! Давай Ниву попробуй! Давай Ниву попробуй! Теперь проверим, как проезжает ВАЗ-21-213 от... Сделанная в компании Росснива. Росснива делает самые лучшие Нивы в московском регионе. Я говорю, давай покажем, как Нивы ездят. Давай покажем. Вообще. От компании Росснива, да? Да, попробуем. Тест-драйв автомобиля Нива 21-213. Подготовленный в компании Росснива. Давай. Нива! Нива творитель. Давай с разгону! Блять, с разгону поезда! Ты не оби... в колею не падай! Колею пропускай это между пропускай, меж колес. Крест на крест как раз. Хорош! Блин, стой, там деревья. Лопай на заряд. Подожди секунду, сейчас. Газу. Не едет. Ну как ты? Как она заскочила? Нива зашла идеально. Так что Нива рулит, сборы 4x4 рулит. Понятно. А что тут, где готовили машину? Машина готовилась в компании Роснива. Адрес? Они находятся в Москве. У них сайт есть rosniva.ru. То, в общем, в любом случае, пускай заходят на сайт leshi4vd.ru, и там будет информация в ближайшее время о том, где можно нормально, качественно и достойно подготовить автомобиль Нива к оффроуду, правильно? Согласен, совершенно. У нас уже набралось много партнеров в плане подготовки автомобиля, так что сборы 4x4 шагают по стране. Все, давай, счастливо.